Вы смотрите новости онлайн. Дуэт насильника и жертвы может стать главной сенсацией сезона. Ведь их знает вся страна. Имена Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова сегодня, кажется, знает каждый в нашей стране. Бытовое изнасилование в Ульяновске сделало их обоих суперзвездами. Сказочные гонорары, постоянные эфиры в прайм-тайм на главных телеканалах страны, выстраивающиеся в очередь за интервью журналисты – это ли не мечта? Принцессу Диану зовут в качестве почетной гости на премии и презентации. Она ведет авторский канал в Телеграм с советами и выходит на подиум модных показов в качестве модели. А сестра насильника Шурыгиной, в свою очередь, стала его продюсером. Теперь предлагает прессе интервью и фотосессии с ним. У Дианы и Сергея есть мощные фан-клубы и группы поддержки. Причем поклонницы считают Семенова главным российским мачо и часто сами предлагают ему секс. Телевизионщики живут по принципу «куй железо, пока горячо». И видя такой интерес к истории дважды изнасилованной звезды, рвут ее на части. Источник на канале «Россия», где теперь работает открывший Диану миру Андрей Малахов, сообщил, что продюсеры сегодня кулуарно обсуждают возможность приглашения Дианы и Сергея в качестве ведущих нового ток-шоу, в котором будут обсуждаться непростые женские судьбы. По формату это может быть похоже на проект «Мужское-женское», который идет на Первом канале. Только кажется, что харизматичные Шурыгина и Семенов будут более интересны для молодой аудитории публики, нежели Гордон и Барановская. Если бы Диана и Сергей приняли предложение о работе, это был бы отличный ход. Гонорар их можно обсуждать, только бы согласились, но пока все это на уровне разговоров. Окончательное решение по проекту еще не принято, но вероятно, если Диану и ее насильника уговорят таки вести в эфир, то это будет самая скандальная и горячая передача на отечественном телевидении. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!